Ну что ж, привет, ребята, дорогие друзья, с вами снова Ликс, ваш дорогущий друг. И сегодня, ребята, я покажу вам, как сделать ту самую RGB. Ту самую RGB. Баннер или же аватарку. Ну, в нашем случае, пускай это будет аватарка. Если хотите, можете взять даже для Дискорда или для Телеграма. Я не против. Можете использовать. Итак, вы набрали над моим постом где-то 3 лайка. Да, я посмотрел, уже там 3 лайка есть. Поэтому начинаем. И первым делом, что мы делаем? Открываем Project Propites. И на Show Sky делаем вот это вот. Чтобы у нас было все вот таким. Show Clouds. Убираем. И Sky меняем на самый черный цвет. Чтобы у вас было тут 0-0. Отлично. Теперь Ground. Убираем. Создаем объект вот такой. Surface. Далее, после этого, мы создаем камеру. Итак. Это окно можно закрыть. А это мы делаем вот так. Создали. И теперь, ребята, что мы можем делать? Первое создали. Ставим color. Итак, ребята, мы снова закрываем эту вкладку и создаем вот этот surface. После этого камеру ставим ровно. Желательно, чтобы она была ровной. Вот этот не меняем, это значение пускай стоит. Ну или как хотите. Берем вот эту вещь и меняем ему color не на черный, на какой-либо на любимый цвет. Ставим красный, но не просто красный. Видите, он темный. Ставим brightness. Не знаю, как это прочитать. И blend color пускай будет таким. Можно камеру чуть-чуть поднастроить, чтобы она была нормальной. Типа blend у нее был или так далее. Вот это не трогаем. Можно поменять field on white. А также можно сделать bloom. Bloom тоже полезная вещь. Однако ей надо уметь пользоваться. Так что bloom нам не нужен сейчас. Нам нужен другая вещь. Color corrector. Можно сделать вот так. Вот так и вот так. Vibrance. И все. Теперь у нас объект стал поярче. Да, объект у нас стал поярче. Теперь что мы можем сделать? Это вот так. Ну и в принципе у нас выходит вот такая вещь. Далее создаем второй surface. Можно его уже сделать поменьше. Делаем ему белый цвет, например. Или можно черный. Давайте-ка я сделаю белый цвет. И меняем ему вот эту вещь. Типа размер. Да, это не то, что вы подумали. Это даже не смейте о таком думать. Это не то, что вы подумали. Ну давайте-ка мое значение пускай будет на 65. Ой, извините, 0. И пишем точка. И сюда пишем точка. А почему точка у меня не ставится? 0,6. Почему у меня точка не ставится? 55. Ну, в принципе, нормально, вот так тоже. Теперь передвигаем его вот на 0. На значение 0. А потом сюда. И если мы видим его реальное значение, то двигаем его на 3. И он почти что совпадает со всеми углами. Это тоже нормально. Ничего страшного. И видим, что у нас на этой камере. И все. Можно далее создать, например, картину какую-нибудь здесь. Или что-то еще. Наподобие. Например, давайте-ка я выберу текст. Например, текст пускай будет. Вместо сэмпл текста можно, например, написать что угодно. Только знайте, русский язык не работает на нем. Так что извините. Ну как-то так. Например, давайте напишем 7. Можно даже плюсик написать. Ой. Ну, там, давайте-ка, например, напишем 9. И видим вот эту вещь. Далее мы нажимаем на эту красную вещь. И давайте рассчитаем, на сколько секунд хотим. Например, 140 ключей это 6 секунд. Например, давайте посмотрим. Мы посчитаем. 1, 2, 3. И вот на третий это 55. И вот, ставим здесь ключ, который возвращает к этому цвету. На пятерке мы ставим, давайте-ка, вот чуть вот такой цвет. На десятке.
И все. И у нас готова вот эта вещь. И типа вот. Вот такой RGB у нас получился. Далее девятку, например, девятку мы тоже можем сделать вот так. На 55 ставим опять эту же отметку. На пятерке ему тоже изменяем уже что-то там. На десятке точно так же ему изменяем. И у нас получается вот такая вещь. Типа, вот что у нас получилось. Вот так он. Он возвращается в свое место. Итак, что мы делаем? Создаем вторую часть. Вторую Surface. Мы копируем, нажимаем на эту кнопочку. И делаем вот так. Но сразу скажу, уже именно на ней мы не будем делать... Мы именно на ней не будем делать, как вам это сказать, возвращение точку. Но мы сделаем кое-что другое, поинтереснее. И давайте-ка сделаем вот так, чуть-чуть. И видите, как далеко от нас вот эта вещь? Очень далеко, да? Но ничего страшного. В этом страшного ничего нету. Итак, главное, откорректируем вот эту вот вещичку. И сделаем ее вот такой сначала. И бам, бам. И почти готово. Почти готово. И, ребята, у нас получается вот такая анимация. Правда говоря, она сырая какая-то. Поэтому мы берем вот эту вещь под названием Surface. И попытаемся ее как-нибудь отредактировать. Например, вот эти части и вот эти части. Попытаемся удалить. И у нас получается такая вещь. Правда говоря, она какая-то сырая. Поэтому на вот этой части мы, ребята, ее переносим по другой части. Типа она будет уже вот так. И чуть-чуть уменьшаем размеры. Поворачиваем ее сюда. Опять увеличиваем размер чуть-чуть. И у нас получается вот так вот. Но чуть-чуть мы должны ее отодвинуть опять же таки. И сделать. И здесь написать значение 45. И вот, ребята, у нас почти он становится готовым. И делаем его вот так. Вот так. И все. И у нас получается вот такая анимация. Типа он становится вот таким. И, ребята, это вам обучение на то, что как сделать вот такую простейшую RGB аватарку. И, ребята, когда мы хотим загрузить уже его в видео, выбираем значение аватар. И все. Выбираем формат 60 FPS, MP4 и нажимаем на кнопочку Save. И все. И она сохраняется и получается вот такой результат. Да, ребята, вот такой результат получается. Далее его будет нужно конвертировать в GIF и все.